Суд Тракторозаводского района Волгограда признал незаконным решение участковой избирательной комиссии номер 933 о включении в дополнительный список избирателей для участия в выборах 8 сентября сотрудников областного наркодиспансера и пациентов, находящихся на лечении. С жалобой в суд на нарушение избирательного законодательства на выборах в Волгоградскую гордуму обратился кандидат Андрей Осипов. Как сообщила редакция информагентства «Высота 102» сам Осипов, он подкрепил свое заявление видеокадрами, подтверждающими изложенные в письме факты. Есть сигнал, что здесь карусель раскручивается, поэтому пришли проверить. У них заявление датировано 8 сентября. Люди, которые приходят с заявлением, они нарушают действующее законодательство. Почему? Потому что они должны были пройти тогда. Ну вот что тебе, что нам теперь делать? Нам? Так что информация давай, да подожди, давай решать. Я сейчас приостанавливаю выдачу бюллетней. Да? Как я буду на камеру переписывать заявление? Ирина Анатольевна, да найдите, пожалуйста, решение. Нарушение уже просто. Осипов ставит под сомнение голосование и на других избирательных участках, в частности, в УИКе номер 901, что находится в помещении областной психиатрической больницы номер 5. Здесь было произведено массовое голосование не по месту жительства избирателей, что также ставит под сомнение легитимность голосования в указанном месте и результаты голосования по данному участку в целом. Примечательно, что участковая избирательная комиссия признала недействительными бюллетени из переносного ящика в связи с неправильно оформленными документами и рекомендовала главному врачу и сотрудникам проголосовать по своему адресу, что и было зафиксировано в протоколе. На каком основании у нас происходило голосование в психиатрической больнице? Даже могли не подтверждаться. Заявление главного врача либо лица к нему приравненного. Приложение к этому заявлению, реестр входящей корреспонденции и решение комиссии. В списке вместе поехали. Соответственно, все эти документы должны быть зафиксированы в реестре входящей корреспонденции у вас. И на основании этих документов комиссия должна была принять решение. Вот мы просим показать все документы. В таком случае у вас не было правового основания для направления члена комиссии с урной выездной для голосования в больнице. В настоящий момент мы будем делать заявление правоохранительного органа.